Слава Богу, шалом, дорогие друзья, мир вам. Я призываю Божье благословение, Божью благодать на всех моих слушателей и зрителей. Я благословляю именем Господа нашего Иисуса Христа и Иешуа Машиаха. Благословляю всех евреев, всех неевреев, всех верующих в Бога Авраама, Исаака и Якова. Всех христиан и всех евреев благословляю, поздравляю вновь с наступившим уже 5772 годом, а также вот с осенними праздниками, с такими очень строгими днями покаяния. И присоединяюсь ко всем пожеланиям с разных деноминаций, конфессий священнослужителей. Я призываю милость Господню на весь еврейский народ и молюсь за Иерусалим, молюсь за Израиль. В эти дни «Христиане за Израиль» — это международное такое интернациональное движение. Вместе молятся «Христиане за Израиль». Вот я сейчас смотрю как раз сводки, новости, и, конечно, я удивляюсь порой многим таким высказываниям, потому что пишут и на мой email, пишут на церковный наш email, пишут в социальных сетях много комментариев. Слава Богу, конечно, с одной стороны, я рад тому, что читаю часто именно комментарии за Израиль христиан, но также я удивляюсь именно вот порой невежеству многих очень христиан, православных, протестантов, католиков, которые также высказывают порой свое невежество в комментариях, не понимая, вот к примеру, допустим, пишут, зачем молиться за Израиль, будем молиться за свои страны. Ну, слава Богу, что вы молитесь за свои страны, конечно, это замечательно, но молиться за Иерусалим, в частности, вот, это есть вообще Божье повеление. И еще, вот здесь пример такой, я сейчас, передо мной сейчас много, сейчас как раз вот этих вот подобных писем. Некоторые пишут, допустим, христиане, подписываясь как православный христианин, пишут вообще, что теперь Израиль — это мы, православные христиане. То есть такая теория замещения православная, хотя она есть не только в православной церкви, конечно же, она есть вообще, ну, в разных деноминациях, это теория замещения. И вообще само движение «Христиане за Израиль», к которому я как епископ присоединяюсь, конечно же, и чье мнение я очень глубоко ценю и разделяю, основателем этого движения были баптисты, в частности, именно Джон Хейги, баптистский пастор, ныне здравствующий пастор из Техаса, если не ошибаюсь, это Сан-Антонио или... да, Сан-Антонио. В Техасе есть церковь баптистская, где пастором, многотысячная церковь баптистская, где пастором уже долгое время является Джон Хейги. Именно Джон Хейги является с самого основания и вот по сегодняшний день является как раз лидером этого движения, международного движения «Христиане за Израиль» или «Объединение христиан за Израиль». Или «Христиане объединяются за Израиль». Есть разные переводы. Так вот, и вы можете в поисковых системах эти слова вводить и в Яндексе, в других программах, и просто-напросто много интересного для себя почерпнете. Я говорю это для тех христиан, что еще мало, может быть, знакомы с таким движением. Сзади меня вы видите талит, еврейское молитвенное покрывало и флаг Израиля. Почему такой фон я выбрал и часто выбираю в последние дни? Потому что мы молимся за Израиль, наша церковь молится за Израиль. Я как архиепископ Украинской реформаторской православной церкви молюсь за Израиль. В эти дни решается во многом судьба государства Израиля, потому что такие как бы судьбоносные дни, я бы так сказал, потому что вот 20 сентября даже христиане молились с постом за Израиль. Вот приходят сообщения, прямо сейчас я читаю сообщение. Вот христианка пишет, подписавшаяся как Есфирь, вообще на Елена. Она благословляет сейчас эту молитву за Израиль и присоединяется к нам, слава Богу. Я сейчас читаю много сообщений буквально, я не буду сейчас даже все их зачитывать, потому что их очень много сообщений, слава Богу, это хорошо. Мне написали наши священники, в частности, отец Олег,
с отцом Алексеем. Наши киевские священники присоединились к этим молитвам. Слава Богу, братья. Если вы меня сейчас видите, то я очень признателен вам за ваше открытое сердце и то, что вы присоединяетесь. Наша киевская епархия, она сегодня молится за Израиль. Я думаю, отец Геннадий и священник именно мессианского комитета молятся также за Израиль, другие братья и сестры молятся за Израиль. И почему это очень важно сейчас, потому что, и почему христиане вот так вот последние дни, начало сентября этого как раз, и в середине сентября, и вот сейчас уже начало октября, почему активизировались молитвы за Израиль? Дело в том, что пытаются в ООН, собравшись разные народы, поделить государство Израиля. По сути, арабские исламофашисты всех мастей пытаются уничтожить в очередной раз государство Израиля. Сегодня Иран набирает силу и бряцает оружием. Сегодня многие другие исламофашистские режимы во главе с Ираном, они просто-напросто бряцают оружием на границах с Израилем. И, в общем-то, горделиво очень поднимаются так горделиво современные оманы уже 21 столетия. Я думаю, что большинству из моих телезрителей, думаю, прекрасно известно, что таким главным замыслом именно исламских режимов всевозможных, исламофашизма, как сегодня говорим мы христиане, является полное уничтожение Израиля, уничтожение еврейского народа, такой Холокост уже 21 столетия. Но мы, конечно, понимаем, верующие в Бога, люди, что это дьявольские замыслы, и понятное дело, что Бог, которому мы служим, Бог Авраама, Исаака, Иакова, Бог Библии, Бог, явленный нам через Иисуса Христа, это совершенно, ну, это другой Бог, это истинный Бог, на самом деле, в отличие от так называемого Бога Корана, Бога Ислама, который есть просто-напросто по-нашему, это есть дьявол, которому служат сегодня миллионы и миллионы просто обманутых многовековой религиозной ложной пропагандой мусульман. Мне очень жалко этих людей. Я молюсь за исламский мир, благовествую мусульманам. Я понимаю, что в исламском мире очень много людей, которые искренне верят, что они служат настоящему Богу. И я понимаю, что их религиозные чувства, знаете ли, они очень натянуты сейчас, и если вы меня сейчас смотрите, если вы мусульманин, если вы русскоязычный мусульманин, то я просто благословляю вас и желаю вам познать истину, которая есть сам Господь Иисус Христос, Иешуа Машиах, и сам Асих, как говорится в Коране. Но поверьте, что если мы сравним то, что говорит Библия, и то, что говорила Библия задолго до Корана, о Боге настоящем, и что говорит Коран, написанный спустя многие столетия уже после написания Библии, то есть мы понимаем, откуда плагиат. Не Библия взяла из Корана, а Коран взял из Библии многие вот эти основы учений, и в том числе хорошие доктрины. Но, к сожалению, если будем сравнивать, мы будем понимать, что на самом-то деле мы говорим о разных богах. Бог века сего, дьявол ослепил умы неверующих, мусульман верующих, которые верят в исламские доктрины. Но это сейчас не тема, конечно, моего обращения, хотя об этом стоит говорить чаще, думаю. В последние дни мы видим, на самом деле, очень такое неправильное мнение, распространение неправильных доктрин, в том числе среди христиан, такое, как назвали это, христослам, по-моему, или христлам, что-то такое. Я слышал неоднократно уже в США, в частности, в некоторых штатах Америки, по-моему, в 20 или около того штатах Америки было провозглашено рождение такой новой доктрины или новой деноминации даже, которую христослам или христлам назвали. То есть смешание, пытались смешать, знаете, такой дьявольский винегрет, христианство, истину и ислам, ложь, пытались смешать, и к сожалению, есть люди, которые верят в эту ложь. Но на самом-то деле мы должны молиться против духа ислама, против распространения этой лжерелигии, и проповедовать мусульманам, именно говорить им правду, говорить им истину об Иисусе Христе, что ни в ком ином нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Я понимаю, что как православный реформатор, я это особенно понимаю,
понимаю, что современная православная церковь, она так же, как и ислам, находится тоже во многих очень ересях и заблуждениях, но что касается личности Иисуса как Спасителя, Господа, здесь в теологии, в теории православной церкви, к сожалению, слава Богу, именно хорошо, но, к сожалению, Иисус для миллионов обманутых православных христиан, традиционных православных христиан, является, к сожалению, одним из многих, кому обращаются на практике молитвенной православные христиане. Как православный реформатор я и говорил, и говорю, и буду говорить всегда о том, что это является ересью, и нам необходимо выйти из этой ереси. И потому как нам, христианам, необходимо вместе объединяться в молитве, то мы должны выработать такие, как бы видеть, по крайней мере, видеть именно главные ориентиры. Мы христиане не потому, что мы православные, или католики, или протестанты. Мы христиане потому, что мы уверовали в Иисуса как Христа. Я поэтому говорю и католикам, и православным, и протестантам, всем христианам говорю, знаете ли, прав был блаженный Августин, говоривший нам еще в 5 столетии, что в главном у нас, христиан, должно быть единство. Во второстепенном – свобода, разнообразие, а во всем – любовь. В главном – единство. Во второстепенном – свобода, разнообразие, а во всем – любовь. Что же есть главное? Кто есть главный? Сам Иисус Христос. В первом послании в Коринф апостол Павел написал, 3 глава 11 стихом, «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Одно основание – сам Иисус Христос. И ни в ком ином нет спасения. Сам Господь Иисус сказал так, однажды записано было у Иоанна, «Я есть путь, истина и жизнь». И он дальше подчеркнул, «И никто не приходит к Отцу, как только лишь через Меня». Сегодня, господа, дорогие братья и сестры, очень важно молиться за Израиль, молиться за еврейский народ и благовествовать, не только на словах любить евреев, но и конкретным делом показывать свою любовь к ним. И в частности, самое основное, как мы можем показать свою любовь к евреям, именно говорить им о едином Спасителе Господе, об Иешуа Машиахе, об Иисусе Христе. Сегодня, как никогда вообще в истории, наверное, христианства, 2000-летней нашей истории с вами, мы видим очень много обращенных к Иисусу евреев. Я в последней своей поездке в США проповедую в разных штатах Америки, от океана до океана, от холодной Аляски до жаркой Флориды, от Калифорнии, такой житницы Америки, до такой, знаете ли, строгого Нью-Йорка и Бостона. Проповедовал в разных штатах, Чикаго, и на юге, и на севере, и на западе, и на востоке Америки. И я был как раз именно гостем очень часто в мессианских синагогах, в мессианских общинах, в тех еврейских общинах, где евреи и неевреи вместе прославляют Иешуа Машиаха, Иисуса Христа. Jesus, Иисус, Иешуа провозглашают еврейские уста и сердца. И это радует. Слава Господу, Господь грядет. И я напоминаю христианам из неевреев, христианам именно из язычников. Напоминаю, что одна из наших священных обязанностей – это как раз делиться с евреями и с неевреями благой вестью. Но с евреями в первую голову, в первую очередь. Потому что как раз говорит апостол Павел в послании к римлянам, что это есть сила Божья, евангельское слово, само Евангелие, сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. И если вы хотите иметь силу Божью в своей жизни, благовествуйте, не останавливайтесь, говорите об Иисусе, потому что Дух Святой, Он указывает на Иешуа, Дух Святой, Он проставляет Иисуса, Дух Святой на этой земле, там, где провозглашают Jesus, Иисус, Иешуа, где мы веруем в нашего Господа и устами исповедуем от всего сердца. Действительное спасение грешникам приходит. Слава Иисусу Христу, нашему Спасителю. И, дорогие друзья, я также призываю молиться против ислама, против этой лжерелигии, антихриста, которая сегодня распространяется и в европейских странах, к сожалению, в России, в других странах бывшего безбожного Советского Союза и даже в Америке. Мы видим с вами, к сожалению, распространение этой человеконенавистнической фашистской идеологии. И, конечно, на передовой линии в этом великом
сражении находится Израиль. Это молодое еврейское государство. Давайте поддержим его нашими молитвами. Давайте вместе молиться за Израиль и просить милости, простить шалома, простить мира Иерушалайму, Иерусалиму. Пусть Господь благословит всех молящихся за Израиль, потому что благословляющий евреев, он будет благословлен, проклинающий будет проклят. Давайте будем благословенными людьми и прославим благословенного великого Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.